Всем привет! Итак, машина пришла ко мне уже разобранной и с замененной дверью. Детали салона тоже были сняты. Основная проблема – это крыло. Я его заменю. Для этого у меня есть новые детали. Ладно, давайте начнем. Сначала разбираю. Крыло сделано из алюминия. Удаляю часть крыла. Итак, часть крыла удалена, теперь немного потянем.
Теперь удаляю остальной поврежденный металл с машины. Итак, теперь мне надо вытянуть внутренний усилитель стойки. Итак, внутренние работы закончены. Теперь я буду устанавливать новые детали. Но сначала я выравниваю места соединений и проверяю зазоры. Теперь все в порядке. Новые детали из алюминия устанавливаю на клей и заклепки.
Крепить заднее крыло буду с установленными деталями задней части. Итак, крыло установлено, чистый металл покрываю грунтом и начинаю собирать. Моя работа закончена. На эту работу ушло 40 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!